Как и положено сериалу, который привык удивлять, новый сезон «Кухни» приготовил сплошные сюрпризы. Один из них ожидал зрителей СТС в Курске. Те, кто в выходной отправились за продуктами в один из торговых центров, вряд ли забудут этот день, потому что им довелось встретиться с любимыми персонажами сериала. Шеф Виктор Баринов – лучший повар Москвы. На кухне для него нет ничего невозможного. Оборотной стороной медали этого идеального образа является страсть к азартным играм и невыносимый характер. Агузок. Макс Лавров – простой парень из Воронежа, полный амбиций и надежд стать знаменитым шеф-поваром. Азартен, находчив и очень смел. У него хорошее чувство юмора и трезвая самооценка. Вместе с любимыми героями сериала телеканал СТС «Курск» организовал необычную акцию. Шеф и Макс предлагали узнать всем желающим, что приготовила кухня. В огромной кастрюле были спрятаны вкусные подарки, а какие, нужно было догадаться самому. Сначала по запаху, а если не получится, то на ощупь. Но можно было не сомневаться, папочка всех накормит. Или пирог? Почти. Наверное, мясо. Сладкое. Выпечка. Или конфеты. Сладкое что-то. Что-то сладкое. Пробуй рукой. Не бойся, без подстав. Что это? Что это? Это какие-то контики. Контики, угощайся. Угощайся. Спасибо. Вот тебе магнитик. Смотри сериал. От встречи с любимыми героями у посетителей сразу же поднималось настроение. Курянам было сложно удержаться от искушения стать частью телевизионной кухни. Положительные, молодцы. Хорошо сыграли роль свою. Такого повара к себе на кухню хотели бы? С удовольствием. Смотрим, очень интересно, очень интересно. И как бы очень много можно узнать про, как сказать, что приготовить можно. Прохожие сходились во мнении, что сюрприз удался, но в выборе любимого героя такого единодушия уже не наблюдалось. Макс. Ну, шеф-повар, естественно. Максим. Вот самый шеф-повар. Главный герой, шеф-повар. Ну, все они мне нравятся. Тем более сходство поваров с киногероями неоспоримое. Роль шефа взял на себя Эдуард Мурадян. Он профессиональный повар, поэтому не понаслышке знает, что происходит на кухне. Несмотря на то, что это его первый актерский опыт и бутафорские усы, с ролью шефа он справился на отлично. Акция мне понравилась. Вот. Люди смотрят сериал, значит, он им нравится. Вот так же, как и мне. Нравится мне там Нагиев, очень такой позитивный герой, и шеф-повар. Такой весь романтичный, загадочный мужчина. У всех было умиление, как бы, и радость. Ну, люди радовались тому, что повара из сериала «Кухня» ходят и предлагают им провести какую-то акцию с ними. Что значит вживаться в роль, Михаилу Теленеву объяснять не надо. Он актер Курского драматического театра, поэтому с образом Макса Лаврова проблем у него не возникло. Помогли очаровательная улыбка и импровизация. Действительно радостно откликались, говорили, что замечательный канал, замечательный сериал, что ждут новых серий, новых сезонов, следят, смотрят. С такими людьми, конечно же, интересно общаться. Любимый ситком можно увидеть вечером на телеканале СТС. А пока герои сериала «Кухня» не только накормили сладостями курян, но и стали чуточку ближе к преданному зрителю.